Всем привет! На связи компания Look Freedom. И сегодня мы с вами рассмотрим проект под названием «Интерденьги». Расположен по адресу inter24-деньги.info. Здесь некая Анастасия Мальцева предлагает нам зарабатывать на каком-то сервисе Wires. Давайте разберемся, реально ли ее предложение. На сайте присутствует видео, где Анастасия демонстрирует нам сам сервис и рассказывает его принцип работы. Платформа Wires якобы занимается тем, что продает трафик в социальные сети. Сам рассматриваемый ресурс является неким подобием личного блога, где Анастасия делится с нами различными методами заработка в сети. Но если мы посмотрим на статьи, которые здесь представлены, то все они так или иначе ведут нас к заглавной странице, где и рассматривается сервис Wires. Сама статья достаточно объемная, нас даже посвящают некие подробности биографии Анастасии. Но если попробовать найти фотографию Анастасии в поисковике, становится понятно, что настоящие авторы этого проекта просто украли ее с другого сайта. Собственно, в последнее время в интернете развелось очень много мошеннических проектов, которые предлагают пользователям якобы зарабатывать на продаже трафика. К сожалению, данный сайт не исключение. Во-первых, потому что сам по себе данный способ заработка в теории невозможен. А во-вторых, потому что за вход на проект с нас требуют оплату с самого начала. Естественно, никаких денег носить не нужно, поскольку очевидно, что это лохотрон. А если вас интересуют проверенные способы заработка, то приходите на наш сайт. Ссылку на него вы сможете найти в описании под этим роликом. Здесь в рубрике «Проверенные методы» собраны сервисы, которые протестированы нашими специалистами. Также советуем вам подписаться на наш YouTube-канал, на нашу почтовую рассылку и на нашу группу ВКонтакте. Так вы всегда сможете быть в курсе самых актуальных новостей из мира заработка в сети. Если это видео было для вас полезным, ставьте под ним лайк. А с вами была компания Look Freedom. Всего доброго!